Корпус Fractal Design Define R6TG представляет собой традиционное решение башенного типа для напольного или настольного размещения. Корпус может комплектоваться сплошной металлической левой стенкой или из тонированного закаленного стекла. Предлагается на выбор несколько вариантов расцветки, среди которых черный, белый, ганметал и блэкаут. Мы рассмотрим вариант полностью черный – блэкаут, передняя дверца которого выполнена из алюминия. Корпус Define R6 рассчитан на установку системных плат формата EATX, а также ATX шириной до 285 мм. Для сборки подойдет стандартный блок питания ATX длиной до 300 мм и видеокарта длиной до 440 мм. Блок питания прикрывается кожухом. В верхней части имеется открывающаяся вентиляционная панель моду Vent. Все вентиляционные отверстия в корпусе прикрыты качественными пылевыми фильтрами. Основное преимущество Define R6 – гибкость, позволяющая размещать внутри различные устройства и возможность выбирать между уровнем шума и эффективностью отвода тепла из внутреннего объема корпуса. В корпусе предусмотрена возможность установки 9 вентиляторов – 3 сверху, 3 спереди, 1 сзади и 2 снизу. Вместо вентиляторов можно установить до 4 радиаторов. Спереди предельный размер радиатора составляет 360 мм, вверху 420, внизу 280 и сзади 120 мм. Естественно, максимум будет зависеть от наличия и размера других компонентов компьютера. Так, для верхнего радиатора максимального размера место появится лишь ценой отказа от поперечной дисковой стойки и посадочного места для 5-дюймового устройства. Корпус оснащен автоматическим одноканальным контроллером вентиляторов, который может управлять всеми вентиляторами одновременно. Максимальная высота процессорного охладителя составляет 185 мм, что дает широкий простор для выбора производительного решения. Корпус Fractal Design Define R6 – это весьма удачное решение для сборки универсального ПК с пониженным уровнем шума. В данном корпусе можно собрать мощный и очень тихий компьютер, если подобрать соответствующие комплектующие.